Знакомство с творчеством скандально известного художника началось с пресс-конференции в Доме Москвы. Его арт-директор рассказала об особенностях привезенных работ Никаса Сафронова. С этой выставкой творческая группа мастера уже побывала в Одессе, Николаеве, Харькове, Днепропетровске и Донецке. Говорят, это эксклюзивная экспозиция, которую пока представили только в Украине. Самое раннее, да, наверное, это 2005 год и много работ 2012-го. Те, которые еще не видели ни Москва, ни остальные города России. Так мы привезли только в Украину и показываем пока только вам. В Севастополе экспозицию Никаса Сафронова представили впервые. Акцент сделали на пейзажные работы, а также натюрморты, архитектуру и сюжетные композиции сюрреалистического характера. Конечно, не обошлось и без знаменитых портретов художника. Картины с изображением звезд отечественного и зарубежного кинематографа, государственных деятелей и ведущих политиков особенно пользуются популярностью у зрителей. В России у нас пользуются портреты Путина, Медведева и ведущих политиков. У вас, вот, например, представлен Кучма, тоже очень всем нравится. Здесь у нас есть Николас Кейдж, Кевин Костнер. Все эти работы рисованы, естественно, с натуры. Он с ними практически со всеми дружит. В выставочном зале музея поместилась только малая часть экспозиции знаменитого художника. Всего здесь представлено 42 картины. У многих посетителей нестандартное мышление мастера вызвало особый интерес. Необычный сюжет, полет, мысли, философия в каждой работе. Радует то, что это все-таки холст масла, то есть это картина. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Каждый имеет собственное мнение, он имеет тоже свое собственное мнение. Арт-директор художника рассказывает, несмотря на всемирную известность, Никас Сафронов очень ранимый человек. Сильно переживает критику. Вместе с тем он очень строгий, требовательный и трудолюбивый. Я не знаю, когда он спит, вы знаете. Я не видела, наверное, чтобы он спал более 5 часов. Сутки. Это на 5 часов, это хорошо. В нашем городе выставка продлится до 17 июня. Затем работы перевезут в Ялту. Рената Малышева, Денис Корвель. Программа «Наше время».